Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия. И сегодня я буду готовить салат под названием «Мой генерал». У меня в салатнице лежит филе копченой курицы. Дальше я развела еще тарелочку майонез с чесноком. Ну и теперь буду рассказывать, что я буду делать дальше. Так, филе я смазала майонезом. Следующий слой у меня будет... яйца я выкладываю яиц. Смазала майонезом. Следующий слой будет морковь. Так, тоже смазала майонезом. Все у меня варено. Морковь вареная, свекла тоже будет вареная. Морковь я покрываю сыром. Затем я соединила свеклу с майонезом и с чесноком. И теперь сверху покрываю. Сверху я обильно посыпала салат орехами грецкими. Вот, друзья, салат «Мой генерал» готов. Я не думаю, что я должна вас убеждать о том, что салат получился очень вкусный и очень красивый. На этом все, я с вами прощаюсь.